Икона Божьей Матери-Целительница считается одной из древнейших. Образ Богоматери, стоящей у постели больного, был написан еще в IV веке, во времена просветительницы Грузии, святой равноапостольной Нины. Сюжетом для написания иконы послужило предание о чудесном исцелении одного благочестивого монаха. Клирик Наварнинской церкви Викентий имел привычку при входе и выходе из храма вставать на колени и произносить краткую молитву Богородице. Однажды он тяжело заболел и стал терять сознание от страшных болей. После очередного приступа Викентий, как обычно, прочитал свою молитву к Богородице и тут же увидел около изголовья постели очень красивого юношу, своего ангела-хранителя. Ангел обратился к Пресвятой Богородице, прочитав молитву об исцелении. И вдруг перед больным явилась Богоматерь и сочувственно взглянула на него. В тот же момент Викентий почувствовал себя абсолютно здоровым. Сегодня существует много списков чудесной иконы Божьей Матери «Целительница», обладающих такой же целительной силой, как и оригинал. Этот чудотворный образ помогает исцелиться от различных болезней и родить здоровых детей.